Поселок наш совсем заброшенный. Никому не нужный совершенно. Хоть как. Дорожники, когда клали асфальтированную дорогу, над нами пошутили и повесили перед переездом, который выходит на наш поселок, знак «Тупик». Нет ее ни хрена. Дороги. Почему нет? Каждый год обещают, так и не делают, да и все. Не работает сельсовет. За кого на выборах голосовали, если не секрет? Я за этого Мельниченко, губернатора. А Навальный, что Навальный? Я не знаю ничего про него. Он мне не нужен до смерти. Мы встали с колен, позу раком добавляю я. Вот как-то так. Отписки. То в этом году и нет бюджет, то на следующий год нет бюджет. Вот так и все нет бюджета. Так и нет. А вы за кого голосовали? Неважно, за кого голосовал. А мой голос смотрели, что ли? Нету. Все равно Единая Россия. Россия большая. Везде. Это наша уже местная власть не работает. А Путин за всеми не углядит. Он и так их сажает и сажает. Не успевают сажать, они все воруют и воруют. Вот я не знаю, как до людей донести, что вообще-то это прямая твоя обязанность интересоваться, что в твоей стране и что в твоем доме происходит. Так как я на Светлану Владимировну там в первый или во второй день ее главства нажаловался в область, что я с ней не могу связаться, мне ее мобильный номер дали. И я вот на мобильный WhatsApp включил ее в рассылку. Специально. Нарочно. Случайно. Путин обидел вас. Путин, да. У Путина в 2008 году срок годности кончился. Он на 13 лет просроченный президент. Ну так будет у нас дорога в этом году? Будет, я сдала вам обещание. Да. Вы мне обещали 12 числа его. Я вам обещала, но мы с вами уже недавно это обсуждали. Ну это я знаю. И нет, если условия, и все прочее, прочее. На карьере сами сейчас представляете, что происходит. Да нормально все на карьере. Если я загонюсь туда технику, я просто ее там засажу. Глава вам что-нибудь сказала по поводу репортажа? Мы с ней разговаривали после этого по телефону, сошлись на том, что надо дружить и сотрудничать. Все. Никаких претензий не предъявлял. Вон, привезли. Гремят. Ну вот, привезли еще эту машину, пока больше нет. И вот Светлана Копленкова, там, которая прославилась моей диктофонной записью, она, в принципе, проделала, наверное, титаническую работу, и все-таки как-то машинки нам все загнала, техника начала работать, все работает. А слышали эту историю, что Андрей отправил рекомендации Навального главе, и после этого стали делать дорогу? Да, я слышала. Как вы к этому относитесь? Да мне кажется, вы знаете, а их больше никак не прошибешь. Молодец он просто не боится, остальные все боятся. Я не политик. Я не буду ничего про это говорить. А на ваш взгляд, вот такая дорога, она не связана с политикой? Как? Ну вот, плохая дорога, она не связана с политикой? Не знаю, вот в этом дело как бы меня единственное интересует, вот только дорога.
Я так понял, какую-то часть там люди сейчас будут доделывать своими силами. Вы можете это рассказать, о чем с ними договорились? Могу сказать, что это будет достаточно крупный. Ну, разравнивать будет техника или люди сами? Вот на простых обещаниях сдавать не готово, по той простой причине, что договоренности на сегодняшний день нет, но будем достигать. Как впечатление от того, что сделали? От того, что начали работу, впечатление хорошее, а от того, что они закончились вот в таком виде, плохое. Вот как мы видим, в начале там хорошая дорога, то есть там мелким песком и гравием ее отсыпали. Но здесь надо тоже досыпать. Тогда прям будет 5 баллов. Пока на троечку.